Что я начинаю свой прощальный тур именно в этом городе. Я готов посвятить ему всю свою жизнь, и если когда-нибудь я приеду из Самары, то это будет только в Казани, в Безумном. Нью-Йорк и Стокгольм нахуй горят. Вот к Маевскому домой перееду, его родители меня восстановлят. Вот, и будет все у нас хорошо в жизни. Вас опустили, пусть в штанах. Так никто до меня не делал. Вот. Ребят, хочу вам сказать огромное человеческое спасибо за то, что вы принимаете нас 6-й раз именно вот так вот, по пиздецу, по полному. Я люблю, блядь. Да не играй ты, заебал, да я попинчу. В общем, ребят, огромное спасибо, реально, блядь, для меня Казань — это просто второй дом. Мне кажется, если я приеду сюда голый, без денег, отключитый, то меня просто накормят, напоят, помогут. Так что, спасибо огромное этого города, и все вы будете меня, да, вот. Спасибо огромное этому городу, спасибо огромное, блядь, Казани. Я надеюсь, мы еще не раз здесь окажемся в другом амплуа. Так что, ребята, каждому из вас, кто сегодня пришел, огромное человеческое спасибо. Я реально вас очень люблю. Спасибо огромное!